В Россельхознадзоре края усилили меры по недопущению распространения чумы свиней на территории региона. Заболевание обнаружили у наших соседей на севере Монголии. Погибло 85 животных, 214 пришлось уничтожить. На территорию края инфекция может попасть со стороны Республики Алтай. Как утверждают в региональном управлении Россельхознадзора, чтобы этого не допустить, ветеринары регулярно осматривают все свинофермы не только региона, но и наших соседей. Эксперты проводят проверку на таможне, чтобы исключить провоз мяса и корма для животных из зараженных территорий. Наша основная задача – это всеми силами сработать таким образом, чтобы вот в данном случае это заболевание обошло нас стороной. Ну, в общем-то, опыт у нас уже есть. Отрабатывали защиту территории края от проникновения на территорию нашего субъекта вируса африканской чумы свиней в связи со вспышкой в Омской области. Для человека африканская чума не опасна, а вот среди животных смертность от этой инфекции достигает 100%. К тому же после ее обнаружения необходимо уничтожить все поголовье свиней в радиусе 5 километров.